Fire and Light, друзья мои, эта женщина разговаривает все время. Сделала ей потише. У нас завтрак. Хачапури у нас с чечевицей, у меня новый рецепт. И с сыром. Чиковте из красной чечевицы. Вы знаете, очень вкусно. Кюфте, не чиковте, а куфте. Ну, естественно, все вкусняшки тут. Пришли детки, я им раздала целую вазочку. Татлы, конфеток. Сесс-контроль, сесс-контроль. Вот так мы работаем, работаем, да. Мои дорогие, сегодня у нас день базара, понедельник. Появились многие фрукты. Появилась вот эта мушмала спелая уже, грушки. Ну, а также клубничка вот такая красивая, огурчики свеженькие, яблочки молоденькие, бананчики уже уходят. Надо мне их заморозить для моего мороженого. Картошечка, свеженькая картошечка, капусточка, мару называют. А зеленушка, мы столько зелени кушаем с мужем, и спанак для наших птичек. Вот такой обзор. Желаю вам прекрасного дня и хорошего настроения. И самое главное, будьте позитивными, любите себя и цените себя в первую очередь. Всем привет, мои дорогие! Возвращаюсь с рисования, с девочками встречались. На набережной забыла даже снять вам видео. Вот такая дурында. Какая-то отключенная после этого рисования. Что могу сказать? У нас похолодало. Я уже вам рассказывала в предыдущем видео. 15 градусов было с утра. Перемена климата какого-то идет. Аномальная температура везде. Там девочка в шортиках пошла. Так что вот, возвращаюсь. Забыла вам показать море. Простите, будем ждать следующих моментов приятных. Сегодня с утра у меня что произошло? Вчера мы вечером, когда посадили клетку наших пернатых друзей, принцесса начала приставать к Шекер. Приставать к Мавишу. Эти крики были постоянно. Я разозлилась и вытащила ее и посадила в другую клетку. До утра они пробыли отдельно, по отдельности. И перед тем, как уйти к девочкам навстречу, я подумала, что там нет еды, воды, и посажу ее ко всем птичкам. И она меня так укусила и вырвалась у меня из рук. Вылетела. Я не могла ее никак вернуть в клетку. И когда возвращала, тут Мавиш выскочил. Какой-то дурдом был. Шекер начала кричать, что она одна там. А сейчас я звоню мужу, он только проснулся. Я говорю, осторожно там открывай двери. Вообще-то птицы в каком состоянии? Без воды, без еды. Так вот весело было с утра, но я так успокоилась. И ключи забыла из дома взять. Хорошо, что Лашкин дома. Вот, позвонила ему. Сейчас он посмотрит на птиц. Все ли с ней в порядке. И я подумала, сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня. Все будет в порядке. Какая милота, красота. У нас дожди были, вода прибавилась. Вот теперь есть где уточкам, гусям поплавать. Еще много до водички. Смотрите, мои дорогие. На них можно смотреть часами. Все смотрят на них.
Смотри, такой огромный гусь. Ух ты. Такой огромный-огромный. Ура! Вы заметили, а я заметила. Туалет поставили, раздевалку поставили. Все вернули на места свои. Ну, тут не туалет, в принципе, а только раздевалка. Решетки прибавили, видите, так, чтобы ничего не украли, не это. И какой-то поменьше, вот. Раньше вот какой огромный был, да? А сейчас вот уменьшили. Видите, как? Здесь будут души поставят потом. В общем, готовимся, да? Готовимся. А здесь пошире. Ну вот. Наверное, зонтики скоро поставят, и все. Я вам писала в предыдущем видео, что я беру перерыв. Ну вот видите, как получается. Вселенная не дает мне брать перерыв. Пришла на набережную. Хочу поделиться с вами своим впечатлением о море. Послушайте его, я замолчу. Кстати, мои дорогие друзья, у меня для вас объявление. Если вы хотите приобрести недвижимость в Мерсине, доверяете мне. Я сама этим не занимаюсь, но у меня есть подруги мои, профессиональные риэлторы. Вы будете довольны их услугами и всем процессом общения с ними, я вам гарантирую. Поэтому, дорогие мои подписчики, не стесняйтесь, пишите мне, и я вас познакомлю с моими подружками. Они ходят со мной на йогу, так что вы уже их заочно знаете. Девчонки прошли курсы, и одна у нас, которая Кирочка, она занимается именно профессиональным риэлторством уже много лет. И вот здесь нашла себя тоже. У нее все удачные, стопроцентные покупки. Так что пишите мне, не стесняйтесь. Пишите не под видео, а ищите меня в социальных сетях, потому что я не захожу каждый день на YouTube. Я не читаю комментарии. Все ссылки находятся в видео. Телеграм, Инстаграм, контакты, Одноклассники. Пишите туда, мои дорогие. И если вас, конечно, интересует недвижимость в Мерсине. Пошла я, короче, друзья, пару. Слушаю сейчас Джо Диспенза и пойду. Я сегодня же воскресенье. Девочкам печенье, мальчикам мармелад. Я эти сладости кушаю, кушаю. Зефир, все, с понедельника ничего не буду кушать. Сладкое после 6, все у меня сейчас уже начинается. Вот как он сейчас, я слушаю, рассказывает, что когда мы что-то привыкаем к одному и тому же каждый день, распорядку, режиму, и когда мы хотим что-то изменить в своей жизни, не кушать после 6 вечера, исключить из своего рациона питания сладости. Вставать с утра, допустим, в 6 часов, не осуждать никого, ложиться в 10 часов вечера, то мы своему мозгу даем указание, а разум наш присоединяется и думает, ой, блин, как это сложно, я же так делал все по-старому, зачем она меня беспокоит? И вот у вас в этот момент происходят химические процессы в голове. И вот эти химические процессы, когда вы что-то пытаетесь изменить и не жить по шаблону, в этот момент происходят чудеса, заводится, начинает работать этот процесс такой, который питает ваши клетки. Чудеса происходят. Понимаете? Ой, что-то я, почему-то я так замерзла. Вот сначала трудно, да, трудно, но вот мне тоже нужно
Мне тоже нужно все начинать с понедельника, потому что и не кушать. Вчера вот так поздно покушала. Готовила вчера тантуни. Поела тантуни. Вот один тантуни мне достаточно, а я поела второй. Ну, что это тантуни? Это пол лаваша. Наверное, несколько кусочков печени. И в основном салат. Вот, и запила шалганом. А Эндер пришел в 9, я уже поужинала после 7. Я такая была сытая. Потом этот зефирчик, вкусняшки мне прислала моя подружка. Вселенная, я могу так сказать. Так резко потеплеет, вот с мая начнется. Какая-то аномальная холодина. Не похожая, не соответствующая климату Средиземноморского побережья. Но, наверное, поздно будет закончиться лето, наверное, в декабре месяце. Потому что у нас лето 6 месяцев, можно так сказать. Лето 6 месяцев. Хочу сегодня пойти с мужем купить себе купальник. Есть такой магазин, в котором мы еще ни разу не были. Декатлон, что ли. Сайт есть, но на сайте я хочу пощупать, что и как. Там очень выгодные цены. Я хотела сначала Adidas, но там 1000-1500. Не отдам я сейчас такое, друзья мои. Не отдам. Вчера, кстати, мы сидели в этом кафе. Где-то я увидела, рекламировали девчонки, что ой, в Декатлоне такие цены, идите покупайте купальники. Ну действительно, купальник на один сезон, не на 20 лет. И копейки. Почти бесплатно. Вот я сегодня планирую с мужем пройтись, хотя сегодня я вышла еще. У меня будет такая нагрузка сегодня. Какая-то я никакая. Кофе не выпила, забыла кофе. После йоги быстро вылетела. Поела сейчас. Дуд поела, дуд. Тутовицу эту поела. И у нас во дворе созрело много. И также созрело здесь, по дороге где-то. Ой, штук 20 съела. Так вкусно, такие витамины. Сам процесс, когда срываешь, от этого я кайфую. Я не люблю покупать ее на базаре, а именно свежую. Вот это срываешь и кладешь себе в рот. Ой, это витамины. В общем, такое у меня утро началось, друзья мои. Пошла я продолжать слушать, что диспенсер, потом с вами поделюсь. А вот этот туалет, кстати, они закрыли. И здесь хотят вместо туалета открыть кафетерий. Отбеледие. Видите, вот так он будет выглядеть. Тут столики, наверное. С одной стороны, плохо, потому что люди здесь пикник устраивали, и туалет рядом был. Но я думаю, что сзади будет тоже туалет. Какой-то он неприглядный, да? Так будет выглядеть. Ага, как троллейбусная остановка. Ну все, пошла я. Сегодня на набережной очень много людей, которые чистят пляж. По всему ходят и чистят. Молодцы люди. Некоторые кушают, завтракают, а некоторые убирают. Браво. Прям хочется присоединиться к ним. Вот. Молодцы. Потому что действительно очень много неосознанных людей, которые бросают просто так все. Вот этот мусор, очень много мусора. Вот эти бутылки пластмассовые, семечки, сигареты, окурки, уже не говоря, смотрите, тонами, тонами. И вот по всей набережной девчонки собирают. Молодцы. Какой красивый цветочек я сорвала. Посмотрите, какой он яркий. Уже с этой стороны вам лучше. А этот уже не такой. Видите, разница. Насыщенный, малина. У меня такая помада есть. Да, вот так оделась сегодня по-спортивному.
Мои дорогие друзья, возвращаюсь. Так хочется кофе. А там такие же красные. О, боже мой, какая красота. Люблю это место. Немножко свернула в неплановой. Ой, я так сюда спать хочу. Сегодня воскресенье. Еще раз повторяю, девочкам печенье. Сегодня мне все можно, а завтра нужно начинать все заново. Начинаю новую жизнь. Почему я вот все время что-то начинаю новое? Потому что... И почему я иду вперед, не впадаю в депрессию, ничего? Потому что я постоянно себя омолаживаю. Я начинаю новое, клетки начинают работать активнее, химические реакции. И у меня происходит омоложение, счастье, радость, улыбку. Боже мой! Вы понимаете, что это связано? Как это связано все? И сейчас я это все понимаю. Я так делаю занавески, потому что светлее становится на кухне. Друзья мои, как похолодало на улице. Наши планы резко изменились. Муж пошел с друзьями. Они договорились там. Так, кстати, у меня хорошая новость. Муж мой... Второй день не курит. Забыла с вами поделиться этой информацией. Он вдруг позавчера ночью увидел какое-то страшное видео. Вчера был на таких эмоциях, рассказывал. Все, как-то держится. Вчера два раза покурил, да, вырвался, но с перерывами. Он две пачки в день выкуривал. И сегодня весь на нервах такой был, настроение ужасном. Я понимаю его стресс. И вот сказал мне, что мы не пойдем с тобой никуда, потому что вечером, говорит, мы идем с друзьями, но я, говорит, не хочу, потому что если я выпью, я начну курить. Я не хочу, а тут друзья его позвонили, вот друг его Ялчин, он не курит, там никто не курит среди них. Ну, говорит, это твой выбор, говорит, ну, мы же, говорит, запланировали, что после Байрама пойдем, давно они не ходили, да. И я сказала, сам думай, что ты хочешь. Он, короче, пошел, как раз ушел пораньше, так у меня, блин, столько времени для себя любимой. Вот сейчас я буду шить, выбрала, наконец-то, фасон, определилась с фасоном блузки. И хочу пошить ее, и как раз мне тут спокойно так. Я тут, естественно, опять с цветами. Дождь пошел, друзья мои. Мой муж одел куртку, свитер. Я только что повесила стирку, и пошел дождь. Приготовила такую пиццу, я планировала сделать. Я думаю, сяду с мужем, сегодня все дела брошу. Будем смотреть матч, поедим пиццу. Пиццу буду кушать без него, кайфовать. Повесила свои вещи. И не знаю, вот видите... Остановится ли дождь или нет. Цветами занималась здесь. Смотрите, какой я их поотрывала. И здесь они у меня заболели. Вы понимаете, я прям вот так беру их и отрываю. Я не знаю, что это за какашка, такая болезнь. Ну вот, я их почти всех убрала. Ну, сегодня не буду мыть, дождь идет. А посмотрите, что я хочу вам показать. Я вот этот цветок поставила на полку. Что это такое? Такого в прошлом году не было. Вы видите, как интересно. Ему тут видно понравилось. Ему тут видно понравилось. В парке у нас много людей. Видите, когда приходит настроение, хочется с вами поделиться, поговорить. Что-то рассказать, что-то показать. Ну, я не знаю, будет ли дождь таким продолжительным. Зачем я повесила белье? Посмотрю сейчас прогноз погоды. Вот такая пицца у меня получилась. Сейчас я буду кушать, кайфовать. Все мое. Шутка, шутка, друзья мои. Приятного мне аппетита. А вам прекрасного вечера. Хорошего настроения. Мира, удачи и любви. Ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал.